Ульяновские моржи вновь покорили Волгу вплавь. 4 ледяных километра вдоль Императорского моста. Моржи из разных уголков страны вновь в эти выходные покорили Волгу. Любители холодового плавания не испугались ни высокой волны, ни сильного ветра. За пловцами наблюдала Кристина Агафонова. На борт шлюзовой 86 их ведет «Нептун». Обратно на берег они вернутся уже вплавь. 25 моржей из разных уголков страны и одно желание на всех – переплыть Волгу поперек. 4 ледяных километра вдоль Императорского моста. Эстафета только для опытных и закаленных. Будут плыть две команды. Причем я сразу хочу сказать большой радостью, что впервые в истории команда Ульяновска плывет отдельной командой. Вторая у нас сборная команда Чувашии, Перми, Тольятти. Температура воды чуть выше 2 градусов. Снег, но ледяной акватории моржей не запугать. Опасаются только высокой волны. Погодные условия, конечно, настоящие моржовые. И ветер северо-восточный, и волны плескаются, как на море. Но нам, моржам, это только, как говорится, на пользу, потому что мы себя испытываем в суровых условиях. Можно сказать, моржей холода не боятся. К бортику его ведут на костылях, но в открытой воде Михаил Андронов уже в который раз доказывает, что возможности человека безграничны. С первых секунд вырывается в лидеры. На финише пловца встречают аплодисментами и теплыми варежками. Прыгнули. Холодно было. После поплыли. Прекрасно было. Лидеров ледяной гонки, правда, так и не определили. На центральном пляже финишировали моржи массово. С дрожью в теле, но с улыбкой на лице спортсмены замечают, что эта победа скорее удовольствие, нежели сложная задача. Кристина Агафонова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.